Блокчейн – новый инструмент для благотворительности. Как сообщает TheBlockchain.com, Disburse – платформа для распределения собранных на благотворительность средств. Успешно запустила проект по использованию блокчейн-технологий для таких переводов. Кроме того, компания уже заключила партнерство со Start Network, которая за последние 4 года распределила более 100 миллионов фунтов стерлингов благотворительных средств. По словам генерального директора Disburse Бена Йоакима, внедрение блокчейн позволит сделать благотворительность эффективнее за счет прозрачности и скорости. Проект успешно прошел первичное испытание, во время которого британская благотворительная организация NGO Positive Women перевела средства на счет 4 свазилендских школ, благодаря чему удалось сэкономить средства, которые пойдут на год обучения еще 3 девочек.